Вот я как будто вот так играю, но для того, чтобы руки не держать, я вместе с головой. Обрати внимание, да, что голова у меня немного вниз смотрит. Как бы в этом плане флейта продолжение рта, но чуть-чуть я ее в этой плоскости убираю чуть-чуть в бок. Уже в этой плоскости, да? А в этой плоскости мы как бы флейта это продолжение оси рта. Оп. Потому что если я поднимаю голову, вот так играю, да? Это немножко такое черкесское положение для игры на зубах. Оно круто работает, но не в этом не в осетинском звукоизвлечении. Осетинское звукоизвлечение лучше звучит, когда это делается вот так. И стоит мне голову как бы поднять, выровнять, а флейта при этом не выравнивается, да? То звук очень сильно теряет.